Добрый день! Сегодня тестируем снова свой квадроцикл. Пришел нам вал из Москвы. Вот, протестируем его на прочность. Нагрузили. Значит, мы проедем вдвоем. Нагрузили две коробки со стекломатами. Общим весом примерно 150 кг. То есть достаточно нагружен. Посмотрим работу вала в действии. Максимальную нагрузку ему дадим. И еще, значит, сегодня мы должны проверить, как работает Иштехно. Попытаемся максимально вам показать разблок Иштехно на заднем мосту. Работа Иштехно. Видим, что два колеса крутятся. Если был разблоченный мост, тогда бы крутилось только одно колесо. Едем без передней блокировки. Без включенной, если передней блокировки. На пределе идет. Задняя работает Иштехно. Два передних гребут. Всегда передний распущен. Вот видим, да, задняя крутится. Так, теперь включаем блокировку, погнали. Переднюю. Все, видим, два колеса начали крутиться. Там, где на выключенной блокировке он не ехал, поехал дальше. Задний Иштехно, понятно, всегда работает, когда надо. Ой, фига крен какой. Тут я кое-как пролез по пояс, наверное, снегом. Все даже. Так вот, теперь показываем глубину пробитой камеи. Вот, видим. Квадрик проехал. Вот я. Вот она, камея. Угодили в хорошую яму. Включили блокировку. Давай, погнали, пробуем. Вал, походу, выдержал. Прошел тест, потому что нагрузки более чем. Но потихоньку ползем ямы. Все, сейчас будем туда-сюда. Вот это да, вот это бездорожье. Ага, отлично. Пробуем еще. Все, все, хватит. Деревья не ломай. Надо беречь природу. Вот это нагрузка, вот это я понимаю. Вот точно выдержал. Больше уж я не знаю, как сделать. Вылезли. Вон какая ямища. Это надо. Ямища, в которую мы забрались. Рустам, 1,80 м. Рост у него. Пожалуйста. Это невозможно. Вот отсюда мы заехали. Еще. Да, на самом деле. Там еще метр, по-моему. Такое труднопроходимое место. Не знаю, как тут можно проехать. Сам кое-как прошел. Ой-ой-ой. Едет же, посмотри. Природа, благодать. И вот здесь вот мы специально заклинили квадрик в гору. Я не знаю, но градусов, наверное, 40 точно есть. Мужики сидят, рыбачат, а мы тут тестим квадрик. Давай, пробуем сломать. Сейчас мы показали вам с Рустамом, как нельзя делать. Да? Вот таких нагрузок здесь у нас 150 килограмм. Рустам весит килограмм 100, наверное, да? И вот мы прыгали, то есть песок там, смотрите, что было. Значит, мы специально загнали для того, чтобы проверить максимальную нагрузку, дать на проходной вал. Вал выдержал, значит, сломалась полуось. Это нормально. Значит, задняя полуось сломалась, значит, и мы ее поменяем без проблем. И дальше будет квадроцикл ехать. Нам важно было, что сломается первым, полуось или проходной вал. Сломалось полуось, все, ожидаемо, отлично. Так делать нельзя, вот именно в прыжках. Это вездеход, нужно ездить в натяг. Вот прыгать и буксовать никогда так не делайте. Это только для тестов, но не для нас, не для пользователей. Короче, бывают такие моменты, когда какой бы проходимый квадрик не был, он не пройдет. Мы, короче, застряли. Ни передние, ни задние блокировки не помогают.
Зарываемся. Посмотрим глубину снега. Ох! Вот так. Значит, поможет нам лебедка, устанавливается лебедка. Хоть впереди, хоть сзади. Мы спереди уже сегодня лебедились. А тут спокойно поставим сзади. Сейчас вот за эти деревья привяжемся, попробуем вытащить. Сами вылезем.